Здравствуйте, сегодня среда, это значит, пришло время для нашей телеконсультации о вопросах здоровья. Сегодняшнюю программу по многочисленным просьбам наших телезрителей мы посвятим инсультам. Инсульт – поражение сосудов головного мозга. Поражение возникает либо при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг, в этом случае происходит геморрагический инсульт, либо в результате обескровливания части мозга, в этом случае речь идет об ишемическом инсульте или инфаркте мозга. Инсульт может убить человека или сделать его глубоким инвалидом. Но мало кто знает, что при соблюдении определенных правил человек может оправиться от инсульта практически без последствий. Кроме этого, инсульт, как и любую другую болезнь, можно предотвратить. Именно о методах профилактики мы сегодня и поговорим с доктором отделения неврологии Полисково-центральной больницы Георгием Киселевым. Георгий Павлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, доктор, что такое инсульт? Инсульт, это вообще-то заболевание, скорее является осложнением многих других причин. В частности, гипертонической болезни, заболевания сердца, диабета, атеросклероза. То есть инсульт не является первичным заболеванием. Рождается на фоне нарушения ритма, когда, скажем, у человека появляется мерцательная аритмия, не хватает кровоснабжения головному мозгу, появляется его повреждение. Когда бывает инфаркт миокарда, снова появляется ишемия вторичная головного мозга, снова повреждение. И так, скажем, из тех причин, которые я назвал, в конечном итоге всегда закупорка либо атеросклеротической бляшкой, либо тромбом приводит в конечном итоге к ишемии, к недостаточному кровообращению в определенной зоне головного мозга. И это заканчивается в течение минут его повреждением. Здесь очень, велика именно госпитализация. В первые минуты все равно не получится, но в первые хотя бы часы, когда появились слабость в конечностях, чаще всего этим проявляется инсульт, нарушение речи, нарушение глотания, двоение в глазах или потеря зрения внезапная. Если сказать про потерю зрения, часто больные ходят днями, неделями от окулиста к терапевту, теряя причем время, и поэтому эти инсульты с потерей зрения, они всего этого очень плохо восстанавливается, потому что больное время приличное потерял. При подозрении на инсульт немедленно вызывайте скорую помощь. Для наиболее эффективного лечения медицинская помощь должна быть оказана в течение первых 3 часов. Для профилактики инсульта сбросьте лишний вес и принимайте аспирин, предупреждающий образование тромбов, и статины, снижающие уровень холестерина в крови. Есть разные виды инсультов. Чаще всего 80% занимает ишемический инсульт, когда мы говорим о закупорке или тромбе, о чем я говорил выше. Либо бывает геморрагический инсульт или так называемое в народе кровоизлияние. Это более худший вариант. Он каждый 4 из 5 человек погибают в этом случае. Сейчас стали применяться хирургические методы лечения, но все равно смертность именно при кровоизлиянии довольно велика до сих пор. Признаки кровоизлияния и инсульта с закупоркой, они различны? Практически нет. Единственное, что паралич бывает и при том, и при другом инсульте, но чаще всего при кровоизлиянии быстрее наступает нарушение сознания, то есть больной уходит в кому.
либо там проявляются так называемые общемозговые синдромы, тошнота, рвота в дополнение, головная боль, выраженная при шуме, это бывает реже, то есть привозят больных чаще в сознание, они даже если, скажем, недоминантное полушарие, они могут разговаривать, отвечать на вопросы, то кровоизлияние чаще уже к тому времени, как привозят, они бывают в коме, то есть поговорить с ними невозможно. Вот этим, там очень быстро наступает просто отек мозга, который уже невозможно вернуть, и за счет этого сдавление ствола и, к сожалению, смерть. Самые, наверное, распространенные последствия инсульта? Все-таки остаточные явления, они зависят от того, в какой области произошел нарушение кровообращения. Скажем, если это лобные доли, то чаще человек меняется в поведении, снижается память, снижается критика. Если это теменные доли, это бывает паралич. Вот. Если это затылочные доли, там бывает нарушение зрения, о чем мы говорили. То есть в зависимости от того, какой центр где расположен, так есть так называемые немые даже зоны в головном мозге. То есть там может быть человек уже перенес 3-4 инсульта, а паралича до сих пор нет, и он как бы еще не знает, что у него инсульты-то уже были. Есть еще такое понятие, как микроинсульт. В буквальном смысле, если какие-то симптомчики на микроуровне, то есть инсультик, когда отвисло, просто повис уголок рта, вот, опустился, а до паралича дело не дошло. Но это можно назвать микроинсультом. Ну а так, в общем-то, инсульты делятся на приходящие нарушения мозгового кровообращения, или сейчас по западной терминологии транзиторная ишемическая атака. Это тоже инсульт, но инсульт, у которого симптоматика регрессировала, то есть инсульт восстановился за сутки. Вот если он восстановился за сутки, мы говорим не об инсульте, а о приходящем нарушении мозгового кровообращения. Если инсульт более суток, но до 3 недель, мы говорим о малом инсульте. Если инсульт более 3 недель, то говорим уже, ну, как бы о полноценном инсульте. Но все это инсульты. Это все принято только чисто с тактических соображений. То есть в плане потом прогноза, лечения, каких-то вот таких вот вещей. Ну а так относиться как к приходящему нарушению, так и к инсульту в дальнейшем в профилактике повторного, значит, надо абсолютно адекватно и к тому, и к другому. Для справки. Симптомы инсульта. Человек не может улыбнуться из-за асимметрии лица. Человек не может поднять две руки одновременно. Человек не может нормально говорить. Средний возраст пациентов вашего отделения. Кто подвержен инсультам? Ну, я могу сказать так, что я видел инсульты, начиная от 20 лет. То есть чаще в молодом возрасте это бывает более тяжелые внутримозговые кровоизлияния или субарахноидальные. Они чаще всего развиваются на фоне нелеченной гипертонической болезни, когда у человека гипертония проявляется кризами, но имеется неполноценность сосудистой стенки сосудов головного мозга. Может формироваться в этом месте так называемая аневризма, или, по большому счету, если, чтобы было понятно, грыжа. Просто идет выпячивание сосуда, и раз выпячивание, значит истончение. Удел аневризмы чаще все-таки молодого возраста, и можно перечислить множество, так сказать, известных людей, которые вот, пострадали, умерли в молодом возрасте, и это, ну, по сути дела, непредсказуемая вещь. Позже все-таки где-то первые ишемические инсульты начинаются после 40. Вот. Ну и совсем чаще у мужчин. А уже к 60-70 и мужчины, и женщины по частоте сравниваются. Вот, и у тех, и у других. Но считается, что смертность как-то у женщин больше уже к этому возрасту, хотя вот в более молодые инсульты там
мужчины чаще все-таки погибают. Ну, это так вот относительно, но примерно вот. Инсульт можно предупредить? Вот скорее его легче предупредить, чем его лечить. Вот. И когда у нас русский народ поднимает руку и махает, и надеется на авось, то, в общем-то, это он выписывает себе приговор, как я говорю, в куб самоубийц. Есть такой способ, ну, почти безгрешный, не пить таблетки. То есть, если у человека есть аритмия, надо пульс, вот, чтобы он был не 150-200, и не 120, а чтобы он был 60-80. Если есть у человека давление, причем в любом возрасте. То есть, как-то мы по советским годам привыкли, что если молодой человек, у него должно быть там 110 на 60. Если ему 50 лет, пускай будет 140. А если ему 70 лет, да ему 170 давление пойдет. Нет. Почему? Потому что чем плоха гипертония? Двумя вещами. Первое, если постоянно высокое давление, оно изнашивает сердце, сердечную мышцу. Перестает качать. Значит, если перестает качать, значит, того же объема необходимого крови в головном мозгу не появляется. Что появляется? Шум в ушах, шум в голове, головокружение. Это первые признаки начинающейся ишемии головного мозга. Но вот даже у девочек там 15 лет, когда голову кружит, и давление 80-90 на 60, есть такие гипотоники люди, вот, там тоже ишемия мозга, но там она вот за счет низкого давления. Вот особенно худые, высокие люди, у них они по жизни гипотоники. Они как-то приноравливаются вот, к этим вещам, вот, всю жизнь немножко маются. А вот с гипертонией там надо к ней относиться серьезно. Хуже всего ведут себя те люди, у которых голова не болит, давление поднимается, но они чувствуют себя прекрасно. Вот эти люди умирают чаще, потому что они позволяют давлению расти, 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 но не смотрят на его цифры. И поэтому чаще всего у этих людей и кровоизлияние, и ишемические инсульты. Вот. Есть много других факторов риска при ишемических инсультах, вообще при инсультах. Вот самые довольно глупые и частые поступления бывают, когда сходил в баню, и там в бане или после бани инсульт. Почему? Две причины. Либо ты пошел с давлением туда, попарился и поднял его еще больше, и падаешь от инсульта. Либо, если это сопровождается хорошей гулянкой, пивком там, или водочкой, идет обезвоживание. То есть в бане надо пить что? Морсы, квасы, то, что пили наши деды вот, в свое время. А не пиво с алкоголем, которые наоборот высушивают, забирают кровь из кровеносного русла. Вот. Поэтому довольно очень часто везут из бани. Вот. Вторая проблема – это склероз сосудистой стенки, так называемые бляшки. Ну вот, например, мы берем фамилию. Вот нам на УЗДГ рисуют вот такие штучки. Вот это так называемая бляшка, когда в просвете сосуда появляется холестериновая бляшка, она растет, растет, растет. Ну вот здесь вот более-менее удобоваримый вариант, но есть иногда, доходит и до 70%, закрывает просвет, причем это бывает иногда и с двух сторон более выраженные. Вот. Что делать? Значит, если вы случайно обнаруживаете эти бляшки, значит, есть необходимость посмотреть, скажем, что в заключении пишется. Если там рисуется, ну, процентов 15, 20, 30, ну, значит, надо принимать просто препараты противосклеротические. Но если вы перенесли инсульт или приходящее нарушение мозгового кровообращения,
или у вас стеноз более 70%, то тут надо ехать даже не к неврологу, а надо ехать к сосудистому хирургу и решать, убирать вам ее или нет. Потому что риск инсульта становится огромным. Для справки. В настоящее время важнейшими факторами риска развития инсульта считаются следующие. Генетическая предрасположенность к сосудистым заболеваниям и нарушению церебрального и коронарного кровообращения. Повышенное содержание липидов в крови, ожирение, возраст больных. Число больных с инсультом в старших возрастных группах увеличивается. Например, в 80 лет риск ишемического инсульта возрастает в 30 раз, чем в 50 лет. Артериальная гипертония. Риск инсульта у больных с артериальным давлением более 169 на 95 миллиметров ртутного столба возникает приблизительно в 4 раза чаще по сравнению с лицами, имеющими нормальное давление. Сахарный диабет. Больные с этим заболеванием чаще имеют нарушение липидного обмена, артериальную гипертонию и различные проявления атеросклероза. Курение увеличивает риск развития инсульта вдвое. Курение ускоряет развитие атеросклероза сонных и коронарных артерий. Прекращение курения приводит через 2-4 года к снижению риска инсульта. Оральные контрацептивы. Препараты с содержанием эстрогенов более 50 мг достоверно повышают риск ишемического инсульта. Повторяющиеся стрессы и длительное нервно-психическое перенапряжение, недостаточная физическая активность, бессимптомный стеноз сонных артерий. Риск развития инсульта около 2% в год. Он существенно увеличивается при стенозе сосуда и при сочетании трех и более неблагоприятных факторов предрасположение к инсульту увеличивается. Для женщин, которые принимают оральные контрацептивы, очень велик также риск развития ишемических инсультов, потому что вот эта гормональная нагрузка, она приводит к увеличению свертываемости крови. И мы видели эти инсульты, они но нехорошо себя ведут, восстановление там очень трудное, потому что они всегда бывают очень сильными. Также очень неприятные инсульты у людей в молодом возрасте – это те, которые хотят похудеть. Прием вот этих всех таблеток для похудания. Они также приводят, чаще всего там же делают просто мочегонные препараты, которые вот этот форсированный диурез, так называемый, выводит литрами жидкость. Но реально мы видим, что у курящих людей вот этих бляшек намного больше. И что мы сейчас с чем встретились, мы это стали увидеть у женщин. Потому что, к сожалению, женщины стали догонять мужчин по курению. И такого количества бляшек и раннего атеросклероза у женщин до сего времени не было. Потому что сейчас, в общем-то, мы сначала понять это не могли, видим, да откуда. Потом втихаря так, не покуриваешь ли? Все, ответ положительный. Как-то не могли смириться с той мыслью, что это среди женщин такая проблема присутствует. Очень нехорошим свойством обладает сахарный диабет. Больные с инсультом, с диабетом чаще всего имеют ранний атеросклероз, гипертонию, сам повышенный уровень сахара, кроме того, ожирение. Вот. И все вот эти факторы, они являются неблагоприятными для развития инсульта. И проблема-то основная диабетика в том, что нервная ткань при диабете очень плохо восстанавливается. У них есть полинейропатии диабетические, тоже плохо поддаются лечению, в отличие от алкогольных. Алкоголика, если он, ноги отвалились, свежий вот поступил, сегодня отвалились, сегодня поступил, да его можно поднять за неделю, за две. Вот. А вот диабетик чаще всего бывает, с чем пришел, если выживет, то с тем и уйдет, потому что, ну я утрирую немножко, конечно, будет лучше, конечно, так сказать, но всегда желание у этих людей больше,
чем те возможности организма, которые они имеют. В общем-то, ведь все очень просто. Что надо? Надо мерить давление, начать базовую терапию, так называемую. 2,5, вот я всегда говорю, 2,5-5 миллиграмм утром, вечером. И смотреть, куда давление пойдет. Если оно начинает снижаться, половинку дозы убери. Если, надо мерить просто каждое утром, вечером, каждый день. Если оно через недельку начинает подниматься, значит, этой дозы мало, добавь. Все. Не надо, как говорится, к гадалке ходить, я имею в виду к доктору, в поликлинику, маяться в очереди. Пей тихонечко таблетку. Наши бабушки что делают? Они ждут, когда давление поднимется, тогда таблетку пьют. Но таблетка ЭНАПА действует через день, два, три, четыре. Что можно сделать человеку, на глазах которого начинается инсульт? То есть у близкого человека начинается приступ или развитие инсульта? Первым делом позвонить на скорую помощь, вторым делом померить давление. Или наоборот, если там есть два или три человека в квартире. Первым делом надо померить давление и посчитать пульс. То есть чаще всего это бывает либо на кризе, либо на каком-то пароксизме. И тогда, если у человека эти вещи повторялись ранее, принять, скажем, тот же нифедипин или принять таблетку анаприлина, чтобы немножко скоррегировать это состояние. Ну и кроме того, считается, вот скажем, при инфаркте миокарда, что полезно выпить тройную дозу аспирина, скажем, если это ишемический инсульт. Да, чтобы вот этот минуты. Но таких данных по инсультам нет. Почему? Потому что кардиологам, я им немножко завидую, им легче. У них нет кровоизлияния и ишемии, у них только есть ишемия. Вот. Поэтому они никогда аспирином не напортят. Если давление 200 и больше, 180, то, конечно, аспирин пить тут, скажем, я рекомендовать не буду, потому что никто не знает, у человека кровоизлияние или ишемия. Но все-таки те инсульты, когда, скажем, бабушка или дедушка утром не могут встать или не могут говорить, это чаще все-таки ишемические инсульты. Кровоизлияния, они чаще бывают все-таки днем. То есть на фоне какой-то деятельности человека. Ну вот, по крайней мере, нас так учили, как можно различать. Но адекватно это либо пункция, либо компьютерная томография. То есть, если мы еще раз, для того, чтобы наши телезрители запомнили признаки инсульта, назовем это рассеянность внимания, потеря зрения, спутанность сознания, можжение в конечностях. Я сразу скажу, когда мажат пальчики в руках по ночам или утром мы встаем иногда, это шейный остеохондроз. То есть онемение, так называемое, или слабость, она должна быть рука-нога. Вот. Вот это уже стопроцентная, так сказать, сторонность должна быть. Двоение, вот хочу предупредить нарушение глотания. Это и... Выпадение зрения, обычное зрение выпадает, человек не видит или слева, или справа. Ну и, наконец, абсолютно надо серьезно относиться к тем людям, у которых в роду, как говорят, были инсульты или инфаркты. То есть наследственность никто не отменял. Есть такая поговорка, которая работает во многих смыслах. Яблоко от яблони недалеко падает. То есть если у родителей был инсульт или инфаркт, значит, надо самому себя вести с осторожностью. То есть все вот эти факторы риска предусматривать. Потому что я знаю даже тут у нас в городе, что семьями иногда вот люди... в молодом возрасте начинает погибать от гипертонии, кровоизлияния и так далее и тому подобное. Спасибо вам за нашу телеконсультацию. Надеемся, что все телезрители, кто посмотрит нашу программу, возьмут на заметки все ваши рекомендации. Благодарю за внимание. Желаю здравия. Это была программа «Скажите, доктор». Мы говорили о профилактике инсультов. Если у вас есть вопросы, касающиеся медицины и здравоохранения Полевского, на которые вы также хотели бы получить ответы, пишите и звоните нам. Помните, наша программа строится по вашим предложениям. Ну, на этом у нас все. До встречи на следующей неделе. Будьте здоровы. До свидания.